Вопрос всем, дорогие друзья. Вы на канале «Мама и я». Здравствуйте. Сегодня мы вам будем показывать одну из композиций, которую мы сделали на кружке. Эта композиция у нас называется «Соревнование кораблей в море». Расскажи, как ты ее делал? Сначала мы положили фон белый, потом на него накладывали желтый пластилин и красный пластилин. Потом... Значит, у тебя был белый картон, на который ты наложил три цвета пластилина. Желтый, синий и красный. Угу. Дальше что ты сделал? Я положил грецкие орехи. Мы использовали здесь природные материалы. Грецкий орех. Кстати, давай. Грецкие орехи очень вкусные и полезные. Да, это так. Еще вы можете из них расколоть. Если купить грецкий орех в скорлупе, да, содержимое можно съесть, а скорлупу не выкидывать. Она нам пригодится. Вот как мы ее использовали в этой композиции. Мы из нее сделали кораблики. Из них. Дальше. Что нам понадобилось? Зубочистка. Мы ее приклеили коричневым пластилином. Ага. Зубочистку мы закрепили у основания коричневым пластилином. Угу. Потом мы положили разные... Можно положить разные куски... Цветной бумаги. Да, цветной бумаги. Ну, и чтобы она не выходила, поставьте сюда маленький кусочек пластилина. И что это у нас получилось из бумаги? Кораблик. Кораблик. А это парус кораблика, да? Да. Угу. Вот такой вот у нас получился фон. И вот такие вот кораблики. И еще. Это у нас море, синее море. Да. Черное море. Это полоса старта финиша. Ага. Это старт. Это старт. Я думаю, это у нас песочек. Старт. А хотя краснокорлавый маленький, он побеждает, а хотя желтый грометный, и он не побеждает. Ага. Если это поставить вот так, то мы видим, что красный кораблик опережает. И получается, что он вот-вот и будет у финиша. Если вам понравилась эта композиция, ставьте лайк и смотрите наши следующие видео. Мы там вам продемонстрируем наши следующие работы. Пока! Спасибо за просмотр. Всем пока!